То, что вы сейчас увидите, произошло в Твери под Крупским путепроводом. Нелюди, а это были двое парней и девушка, заманили или притащили собаку к путям, привязали несчастное животное к железнодорожным рельсам. Через несколько минут собаку обезглавил проезжающий поезд. Наблюдая за этим, истязатели злорадно смеялись. Видео распространено сегодня по социальным сетям. С этим видео мы познакомили сотрудников прокуратуры. Вот реакция ведомства. Прокуратура района по поручению прокуратуры Тверской области проводится проверка по размещению публикации в социальной сети ВКонтакте о жестоком обращении с животными с участием несовершеннолетнего лица. В рамках проверки в том числе будет дана оценка системы органов профилактики. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Мы надеемся, что правоохранительные органы найдут живодеров, и они ответят по закону за учиненное ради развлечения живодерство. Мы следим за ходом событий. В полицию поступило несколько заявлений о кражах в многоэтажках Заволжского и Пролетарского района велосипедов. Одна из таких краж попала в объектив камеры видеонаблюдения. Установлено, что преступление совершали двое ранее неоднократно судимых наркозависимых мужчин 38 и 25 лет. Похищенные продавали. Подозреваемые задержаны. Полицейскими установлена причастность фигурантов как минимум к 12 кражам велосипедов. Ущерб превысил 100 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Во дворе дома по улице Можайского подожгли припаркованный Hyundai. Пламя потушили сотрудники МЧС. В результате возгорания полностью выгорело подкапотное пространство и частично салон машины. Ущерб составил 400 000 рублей. Происшествие зафиксировала видеокамера. Сотрудники полиции установили личность поджигателя. 42-летний, ранее судимый житель Твери. Мотивом злодеяния стала личная неприязнь задержанного к владельцу машины. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В Твери на улице Веселова автомобиль «Рено» сбил 19-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая с ушибом бедра доставлена в больницу. Признаков опьянения у водителя иномарки не обнаружено. А в Конаковском районе Hyundai под управлением мужчины 83-го года рождения съехал с дороги и опрокинулся. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. В аварии пострадал сам водитель и пассажир, мужчина 81-го года рождения.